Привет, чуваки. Что ни день, то какая-нибудь интересная история очередная в криптомире. Бена из BitBoy Crypto арестовали копы в реальном времени, прямо пока он стримил. Давайте посмотрим, что об этом уже нам рассказал Ivan on Tech, а мы для вас перевели специально на нашем канале, поэтому ставьте лайк и погнали. Итак, чуваки, мы вернулись с новым эпизодом, и сегодня у нас полный пиздец, потому что BitBoy Crypto арестовали прямо пока он стримил, его, короче, запаковали в реальном времени, и это, ну, как GTA, чуваки. Этот сезон крипто становится сумасшедшим, просто крышесносным, и знаете, у нас много разных сезонов, и каждый сезон имеет какого-то главного характера персонажа, и вот он, и в какой-то момент он потом исчезает. Это было с Док Воном, с Алекс Машински, с этим чуваком из FTX, как его, Сэм Бэнкманом Фридом. И тут вот это происходит с этим, BitBoy Crypto. Надо позвать его на шоу. Короче, он пошел к чуваку, который чинил его Lamborghini, чинил его ламбу. Он пришел к нему, и 30 минут он стоял наружу, снаружи дома этого Карлоса, до тех пор, пока он не был арестован. Это настолько нереально, чуваки, это просто сюрреализм какой-то. Посмотрите, я вам покажу сейчас клип. Вот BitBoy рассказывает про всякую фигню снаружи дома Карлоса и Lamborghini где-то внутри дома, типа. Итак, чуваки, вот мы тут стримим. Короче, смотрите, этот чувак на самом деле страшный перец. У него где-то 9 домов за 5 лет, и что-то он инвестировал. Короче, да, это как GTA, смотрите, это прям как GTA. Знаете, когда вы тусите, ездите по городу в GTA, и типа заезжаете в какой-то, и какой-то персонаж на миссии, и вы стоите, и они как бы говорят про миссию. Прям я вот представляю себя, как будто я играю в GTA, и беру Бена с собой в машину, и мы едем на задание, и посмотрите, что происходит. Давайте послушаем. И он знает, что происходит. Он мне говорит, что... Карлос говорит мне, что он пошел решать проблемы в дом. Но что это значит? Я не знаю, ребята. Я все, что знаю, что мы пытаемся... Мы что-то... Вот. О, смотрите, поли... Блин, легавые. Легавые, чуваки. Менты. Копы едут. Менты, короче, едут. Мусора, чуваки. Но хрен с ними. В общем, он идет, он платит кому-то, чтобы они делали картинки его дома, фотографии его дома, и потом он им говорит, блин, мне нужно пошевелиться, походу, они уже близко. И он мне, когда был снаружи, он мне сказал, что они взяли тела, что-то какие-то политики сказали ему убить кого-то. Короче, Бена глючит, и вот подъезжают копы, чуваки, и BitBoy, как это, как там пишут, busted или wasted в GTA, когда заканчивается миссия, когда тебя принимают, когда тебя, короче, когда ты умираешь. Потрачено, пишется, на самом деле, потрачено. Вот, и вот, да, здравствуйте, ребята, как дела? Все нормально? Да, отлично. Не, у меня нету. Не, у меня одно есть в тачке, но с тобой нет. Да. Да. Я... Да, извините. Да, сейчас я опускаю телефон. Окей. Вот, все, я опускаю телефон. Окей. Что происходит-то? Этот чувак внутри дома? Да, конечно. Извините. Да не, окей. Да. Никаких... Нет оружия. Тачка на заднем дворе. Ну, где-то там, да. Да. Кто в моей машине? Кто? Кейси! Кейси, моя жена... Ну да, окей, чуваки, моя жена в моем траке. У нас тут 25 тысяч человек смотрит. И, чуваки, мы стримим, и вообще такая ситуация. Мы просто чиним тачку, и этот чувак, он...
он что-то... А, он спер мою Lamborghini в своем гараже. Да. Окей, чуваки, в общем, там продолжается, это еще 17 минут на темном экране, давайте посмотрим, что там не видно. Это без видео. Но слушайте, нам надо срочно Бена на шоу и узнать, что за хрень происходит, потому что это сумасшествие какое-то. Этот сезон просто сводит меня с ума. И знаете что, в целом, я думаю, что Бен разрулит эту ситуацию. Ну, как бы он арестован, я надеюсь, что он выйдет из тюрьмы. Я не знаю, как это работает в тюрьме, чуваки. Если вас арестуют вот так вот, не пойми за что, как долго вы будете в тюрьме? Потому что сейчас он в тюрьме. Когда он выходит, тут написано, нет. Как долго он ему там сидеть? Надо срочно его на шоу, чтобы он нам все объяснил. Что он там делает вообще? И да. Конечно же, я надеюсь, гораздо более важно, чтобы он был в порядке. Но это просто какой-то трындец, чуваки. Вот каждый день в крипто такая фигня. Поэтому ставим лайки Айвену, ставим лайки нам обязательно. Но причина, по которой мы в крипто, потому что это полный крышеснос, чуваки. Это просто пипец. Я помню, в последний медвежий рынок у нас был Сатоши не настоящий, фейк Тоши, который говорил, что он был настоящий Сатоши. Это такой капец вообще. Крейг Райт, помните этого чудика? Так что вот такая вот фигня. Это все, что кто-то говорит, что он Исаак Ньютон и претендует. Ну да, такие в специальных учреждениях сидят. Короче, я надеюсь, что я позову Бена на шоу, и он все сам объяснит. Вот такие вот дела, ребятушки. Всем профитролей. Перевел Грине, сказал Айвену Тек. И Бену скорейшего освобождения.